Директор по ОФП и реабилитации Евгений Бурин. Добрый день. Представляет ЦСКА и Марку Юрию Воури. Это человек, который является тренером по физподготовке и реабилитации. И при этом работал, дамы и господа, НБА. Выиграл 2 чемпионата с Лос-Анджелес Лейкерс. И тренировал, в частности, такого игрока, малоизвестного, как Коби Брайант. I think it was more he shot at me, but we became, throughout those 12-13 years, we became pretty good friends. And there's one hardworking guy for you over there. And he does have this nicer side too. Он, говорит, больше на меня Коби кричал, чем я на него, но он безумно работоспособный и обожает тренироваться. Вы можете в интернете следовать за инстаграмами этих двух джентльменов, этих великолепных тренеров. Хочу просить Марку оценить уровень катания Евгения Бурина на коньках. Давайте посмотрим, у нас есть видео. Kind of loose ankles, I can see that, but more basketball. I don't think he can make it to the KHL or NHL anytime soon. В КХЛ и в НХЛ Евгению делать нечего, говорит, баскетбольные голеностопы. Евгений, когда это, где это было? Это было 1 января, день здоровья. First of January. После новогодней ночи мы поехали с детьми покататься на коньках. The kids. Самый неординарный случай в вашей практике, когда, может быть, что-то атлет вытворял или вы находили... Oh, there was some characters over there. There was a lot of characters. Парочка типов там. Ron Artest was one of my favorite guys, and he was so funny. Да, очень много интересных игроков, забавных, с которыми работал, честно, там, Ник Янг, но один из очень самых забавных случаев, который только что Марк вспомнил, мы в автобусе из Лос-Анджелес Лейкерс отправляемся на игру. Игра на выезде, то есть команда из отеля обычно идет в автобус, и автобус всех ждет, и Ron Artest, Meta World Peace, опаздывает на автобус, и ему звонят и говорят, где ты? Он говорит, бегу, и он уже все, как автобус должен уезжать, он врывается в автобус в одном нижнем белье. Успел, и вот так вот он в трусах доехал до арены. Гости из гандбольного ЦСКА. Полина Горшкова, Сара Ристовска. Привет, девушка. Привет. У вас все хорошо в чемпионате? Ну, да, у нас стабильно. Дело осталось за игрой. I feel so good. I feel like at home. So I have a lot of help of the girls and our staff office, so I'm until now I feel so good. Бывала в России Сара до этого, играла здесь матчи Европейской лиги, но сейчас она уже здесь живет и чувствует себя очень хорошо, помогает девушке в команде, помогает тренеры и офис клуба, так что чувствует себя здесь великолепно. Пока еще не может Сара прямо вот так вот выражать свои мысли четко, поэтому английский нас всех спасает. Ну, я понимаю. Максим. Да, но, то есть, в принципе, я могу задавать вопросы на русском, наверное. Да. Россию и Македонию можно как-то сравнить? No, for sure no. Нет, сравнить никак. But if we speak about weather, yes. Ага. In Macedonia it's more cold than here. Да. Погода такая же, как почти как и в Македонии. Это наша презентация гандбольного клуба ЦСКА. Здесь мы собрались, первый наш совместный выход, и здесь мы более близко познакомились с руководством, с девочками. Это Воробьёвы горы. Насара, русский учите? Yes. Учим, да? Да, прекрасно. Как хоккей? Хорошо. Did you like it? Yes, I like a lot. На хоккейном ЦСКА ходили, на баскетбольном ЦСКА вы были? Да, мы были ранее. Это мы второй раз посещаем. Второй раз. They played against Bar. А, против Баварии играли. Из ЦСКА, ну, наверное, это старожилы клуба Андрей Воронцевич. Конечно. И капитана Каин Хайнс. Браво. И кто любимый игрок ЦСКА? Джеймс. Джеймс, yes. Вот так, yes, все like знают. So девушки, студию паркета. Янис Стрелнев, защитник нашей команды. Янис, вы играете под номером 13. Для вас это счастливое число? Верите ли вы в мистику? That's my lucky number, you can say that, because when I was 7 years old, I started to play basketball, and my first number was 13. You said 7? 7 years old, okay. Yeah. And my first number was 13, so since then I was... Most of the years I was playing with number 13. Это его счастливый номер, и с 7 лет он прям под этим номером старается всегда везде играть, если он свободен. Почему выбрал, да, номер? Потому что нравился игрок, который в его городе играл под 13 номером. Он говорит, он сейчас даже не играет, он просто короткий был такой. Но мне тогда нравилось, он играл под 13 номером. Вот уж кумира себе выбрал, да? Не Майкл Джордан, не Тим Данкан, кто бы там, не Леброн Джеймс. Как поживает твой бигль? Oh, he's doing great. He likes the... Ну, отлично все. Today was actually... He loves snow.
Today was the good day for him. Любит снег, посмотри. У тебя даже футболка с моей собакой. Классно. Игорь очень любит снег, потому что зарылся в него вообще с головой. Знаешь ли ты русский мат? Do you know any Russian bad words? A lot. Много. Янис, мы тебя ждем в игре. Возвращайся. Спасибо. Чуть-чуть еще.